Всем привет, всем добрый день. Смотрю, комар на стене. Надо взять пропылесос. Пропылесосить пылесос. Комаришка. Комаришка. Так, ладно, сейчас прервемся. У нас есть Антошка. Вот он. Лишь бы комар не улетел. Лишь бы он не удрал. Что-то. Антошка, вот таким пылесосом мы ловим комаров. Раз. И это. Вот еще один. Вот. И нету. Где еще? Все, пока. Ну что, продолжаем строительство лестницы. Думал, как поставить швеллер. Думал, долго думал. В итоге сделал так, как мне захотелось. Вот таким путем. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я уже все обрезал, все углы. Но еще сваркой не поприхватывал. Так. Видно? Видно. Сейчас прихвачу второй уголок. Ну, потихоньку будем двигаться. Что будет выходить, все буду показывать. Всем привет. Последние дни лета. В буквальном смысле. Мы сегодня решили выбраться. Магазин. Ну, машины вот поприезжали. Как вроде. Ну, не вроде, а лето продолжается. Люди приезжают, хочется искупаться, пока жарко. Купание на водоеме запрещено. И все равно купаются. Мы купаемся. Кем запрещено? Зачем запрещено? Просто не хотят оборудовать пляж. Это надо спасательную службу, это надо, много всего надо. Чего, да, Тань? Денег много. Ну, а так, разве людям запретишь? Приезжают. Купаются. И отдыхают. И отдыхают. А мы идем в магазин у озера. Может, сегодня в копейку заглянем. Сегодня праздник. День Вознесения Пресвятой Богородицы. Да? Успение, да. Большой праздник. Так что мы валяем дурака. Отдыхаем. Решили сделать задачный сезон хоть один выходной. Хотя говорили, будем отдыхать, будем по обществу гулять, любоваться красивыми участками. А мы как втянемся в эту работу по уши с утра до ночи. Красота. Сегодня с Сашей проснулись в 3:30, да? В 3:30. В 3:30. Не спится, лежим. Говорит, давай фильм какой-нибудь посмотрим. Я говорю, Тань, ты не спишь? Она говорит, нет, не сплю. Я говорю, давно не сплю. Я говорю, я не сплю, проснулся. Ну, полежали, поговорили. Потом заварили чая. Таня молока с медом. Саша говорит, давай чай попьем. Говорит, давай, я молока с медом попила. Сухарики. Саша, чай. Вот так посидели. Посидели, спектакль. Послушали, да и уснули. Рассказ о Генри, про мальчика, которого выкрали. Непутевый там такой, шабутной. Есть такой рассказ, забыл название. Ну, слушали, да, он недолгий, не длинный рассказ. Ну и как раз. И заснули там. Так что у кого бессонница, рекомендуем слушать спектакль. Они так убаюкивают. Что, у нас все есть. Колбаса есть. Что хочешь есть? Напитки, сушки, ушки, молоко, вода. Все есть. Магазин у озера.
пиво, воды. Даже арбузы есть. И кокосы. Молочная продукция. Ну, в принципе, все нормально. Все есть. Так. Посетили магазин. Сейчас пойдем искупаемся. Вот такой сегодня выходной у нас. Приятный. Как в аквариуме. Рыба плавает у нас в озере. Как только купающиеся воду сбаламутят, а рыбка тут как тут. Ну что, закрытие сезона купального летнего. Наверное, сегодня уже последний день теплый. Потом все. Осень. Я готова. Ну, вперед, значит, заплыв. Ну, вот такие последние, предпоследние деньки лета. Незаметно, незаметно людей прибавилось. И получилось лягушатня. То никого не было. Воду сбаламутили. Ну, все хорошо. Детвора радуется. Все здорово. Мы накупались, во. Пойдем домой. Соседи по даче, тут все тут сегодня. Эх, как хорошо, искупались мы. По дороге Саша нашел пружины еще от матраса. Такие хорошие, не ржавые. Пригодятся. Пригодятся. И мешок рядом, вон, смотрите. Так что принес, вернее, погуляли. Используй дело. Еще и подарки принесли. Как котика зовут? А? Как зовут малого? Скажи. Какой-то ты вообще лапша такая стала. А ему жарко. Лапша. Кнопка. Проходите. Тю-тю-тю. Рано еще. Обеда нет. Еще нет обеда. Места занимают. Такой сегодня хороший выходной.